Известный режиссер Василий Васин получил высшую награду. Наш папаша. Биологический. Одна роль сможешь раздать долги. Зачем ей нужно, чтобы кто-то изображал ее отца? Ты можешь хотя бы попытаться сделать вид, что у тебя два сына? Не звони больше и не пиши. Твои письма я не читаю, сжигаю. Приказ о вашем временном отстранении уже подписан. Именно доктор Волков спас вашего сына. У вас же дочь есть? Есть, но я ее давно не видел. Сколько? Давно. Женат, двое детей, один приемный. Что ты наделал? Отдохни, ё-моё. Я сделаю все, чтобы он поправился. Давай, снимай кино, пап. А почему бы и нет? Так, стоп! Сцена, опозоренная детьми капитан пиратов. Ему помощь нужна медицинская. Режиссер хрена. Я так хочу, чтобы он был лучшим мужем, чем я был отцом. Может быть, попробуем все начать сначала. На, тебя. Пойдем, доченька. Я готов. Ты убил Галустяна. Какого черта? Две сцены осталось. И хороший отец. Низ из воды! Мы спасем парня. Я спасу парня. Сейчас вы здесь оба. И эта связь будет вечной, пока существует человечество. Наконец-то вы помирились!